на свет, хотя знаешь, что он тебя убьет. Всем привет, мои хорошие, с вами Катя, это канал GG Family, продолжаем новый Человек-паук 2, и у нас тут скачок напряжения. Тебе меня не добраться, Человек-паук! Если ты хоть шуточку соображаешь, ты убежишь без оглядки! Есть! Это тебе не поможет! У меня сил с лихвой ливать, а на то, чтобы сжечь микрофон! Ой, то есть не так просто, да, будет? Всем плевать на меня! Какой-то электро. Они за это поплатятся! Кстати, даже не знаю, был ли правда такой чувак или нет. О, еще и этих не хватало. Это хрень. Это твой последний шанс! Разучим магическое поле. Похоже, он подпитывает поле энергии от генератора. Убирайся, паук, пока тебя не раздавили! Где эта гадина? Они мне будут мешать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Больно! У меня нет времени с тобой возиться, насекомое! Да подождите, дайте помочь. Где это хрень? Я не спешал, пока было можно. Тебе ты умрёшь. Ещё где-то летала. Продолжаешь позориться, Человек-паук? Вперёд! Я не буду тебе мешать! Отвалите, говорю! Да что ты удач? Я больше не останусь одним тебя! Никогда! Щиты выведены из строя. Таймс-сквер, я иду. Я узнаю этого парня. Что же с ним случилось? Я тебя предупреждал. Теперь уже поздно! Можно мне захилиться? Доберись до электро на Таймс-сквере. Попробую. Как нам с ним драться-то? Вы мне кого-то напоминаете? Макс Дилан? Ты даже не помнишь. А говорил, что я стану твоими глазами, ушами. Называл себя напарником. Все, я помню, Макс Дилан. Помню. Теперь вспомнил. Да, я так сказал, и это было честно. Это когда мы в Оскоп приходили, он помогал нам. Бросил меня! Бросил там. Позволил им ранить меня. Он там этот электрик или кто он там был. Макс, я не знаю, что с тобой произошло. Я вижу, тебе больно. Но не могу помочь, если ты не позволишь. Тебе плевать. Моя жизнь прошла во... А чё, ему даже урон не нанёс никакой? Макс, плохие люди есть повсюду. Мне жаль, что тебе пришлось пострадать. Но это не причина самому становиться злодеем. Страшно подумать, сколько ты платишь за электричество. Вау! Знаешь, каково это? Блин, опять меня тут долбанули. Да нет, не успел. Тихо. Воу! Такой же, как все! Воу, тихо. Короче, когда он мне касает, нужно... Слушай, а как ты в компьютерные игры играешь? У тебя что, система все время падает? Ой!
Ой-ой-ой, как больно, где там? Тихо, подсоедини. Сначала мне тебя было жалко, а теперь нет. Да что? Что надо было делать? Или это так и надо? Так мышку сломаю, ребята. То, что с тобой случилось, повлияло на твою психику. Но есть люди, которые могут помочь. Есть такие учреждения. Нет! Так говорили врачи! Все они делали мне больно! С этим покончено! Я лишь хотел, чтобы люди меня заметили! И теперь они заметят! Я буду сиять во тьме, пока они дрожат в тени! У тебя серьезные проблемы с самооценкой, верно? Ай, блин, попала в мину прям. Я его так никогда не догоню. Воу-воу-воу. Хильси, есть время. Воу, куда это я попала? Не знаю, куда мы идем. Мы куда-то идем. Что ты делаешь? У тебя не выйдет! Я не позволю тебе снова упрятать меня в Рейвенкрофт! Рейвенкрофт? Макс, я только что узнал, что там происходит. Перестань! Объясни полиции, что они задумали. Вместе мы сможем все исправить. Ой! Тихо, 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 ползи. Да какой ты? Блин, да где я? Не могу понять. Да! Все хотят меня ранить, но я первый их раню! Да ёлки, он тупо не дает мне запрыгнуть. Не любят электричество. Ты ёшки. О! Как это бесить начинает. Просто тут не знаю, что нужно делать. Если на соседнее здание, быстрей. Ай-яй-яй. Я убью тебя первым. Сейчас вот прям бесить начинает это. Сейчас сюда куда-нибудь залезем. Да куда ты? Тихо. Ух ты ж какой. Слушай, а? Я знаю, что у нас тут битва. А ты мне телефон зарядить можешь? Надо вот так, короче, наверх прыгать. Ой-ой-ой, тихо. Давайте добьем уже. Нет, конечно.
Лучше я умру, чем вернусь! Импульс парализовал мою паутину. Слушай, а как ты в компьютерные игры играешь? У тебя что, система все время падает? Опять началось. Эти полеты. Весь город растолпали. Жуткая битва. 10 минут. Действительно, очень жаль парня. Он стал жертвой. И если он рассказал правду о Рейвенкрофт, то там нужно срочно навести порядок. Оскорб финансирует тюрьму. Может быть, Гарри поможет? Да. Мистер Осборн, вы были правы. Фиск выкупает акции Оскорб для силового поглощения. Но пока вы здесь, я уверен, все будет хорошо. Да. Пока я здесь. Я получил ее, сэр. Сыворотка Ричарда Паркера из Паучьего Яна. Но каждый раз она дает серьезные побочные эффекты. Серьезнее самой смерти? Мне нужен любой шанс. Все, убирайся! Доктор Кафка, так и должно быть. Нет, я прекращаю. Оу, ты что там творишь-то, мужик? Карнаж! А я говорила в какой-то серии. Зеленый гоблин. Блин, серьезно? Он тебе тоже зеленый гоблин, да что ж такое-то? То с людьми дрались, теперь со всякими непонятными. Внимание всем офицерам! Учитывая угрозу, которую представляет самоуправщик, известный как Человек-паук, операция подавления переходит в фазу 3. Учтите, фазы 4 не существует. Все должно закончиться сегодня. Внимание всем патрулям. Есть сообщение о бывших членах спецгруппы, устанавливающих неизвестные потенциально опасные приборы в жилой зоне. Будьте предельно осторожны. Если я не найду бомбы прямо сейчас, будет много смертей. В Восточном Мидтауне обнаружено... Это понятно, я хочу домой вернуться. Блин. Нет, все. Просто у нас костюм уже... Блин, из-за того, что он качается, он тебе нам меньше всего дает. Подозрительное устройство. Давайте, наверное, тогда быстро домой скатаем. У нас же это, в принципе, не на время же, да? Только домой надо как-то попасть. Чтобы нас никто там не засекретил. Не рассекретил, точнее. Да куда ты? Ой, началось, все понятно. Что я нажала? Понятно. Сейчас будет борьба. То, где? Чё? За мной там летят уже. Вау! Отвалите! Ой, мы это вроде в первой части, да, делали? Была такая фигня там. Мы ломали эти штуки. Это все весело, я хочу домой.
Я так доберусь сегодня до дома вообще, нет? Короче, когда эта штука нас сканирует, надо паутины ее заляпывать. Эти ребята чокнулись! Я должен обезвредить бомбы. Какие-то штуки нас видят. Что, блин, происходит? Я вообще уже не могу спокойно перемещаться. Да давай! Скорей! Да, вернуться домой. Надо поменять костюм, ну. А то мы его вкачали в максимум, он теперь нам в убыток идет. Так, что у нас есть? Скрытность, радиус устранения, стойкость к пулям. Воу! Ничего себе! Ну, какой-то новый костюм дали. Эффект его на паутине, сейсмоскор, сейсмо-радиус. Так. Ну-ка. Ну, вот этот прикольный. Давайте попробуем в нем погонять. У нас тут он какой-то Питер. Очень смешно выглядящий. Так, что у нас? Нечего собрать тут? Ну ладно. Тогда выходим. Кстати, улучшение, что там? Пусть будет это. Не знаю, откуда этот костюм. Может быть, за что-то дали. А вот обстреливать постер Daily Bugle на телефонных кабинках, но я ж там не хожу. Ох, какой у нас. Смешной, смешной. Не кажется ли, он даже резче стал двигаться? Так, что-то я опять чувствую эту фигню. Давно мечтала такой. Кстати, штуке. Осталось 3 странички собрать. Не знаю, что нам это даст. Поймать страницу. Моё. Так, мы почти добрались уже. Так, хорошо. Тут вот где-то есть журналы. А, вон, вижу. Комикс. Возьму себе. Так, надо бежать, пока нас там не нашли. Да куда ты? Может, тут все-таки даст нам... Ух, красота! Комиксы открыты, хорошо. Так, самая близкая бомба, бомба, бомба. Это вот, 600. Даже опытный летун на паутине иногда ошибается. Ага, можно какие-то пушки уничтожать. Отлично. Будем знать. Ага, вот все вижу. Давайте признаем, что идея со спецгруппой провалилась. Так, бомба тикает. Хватит поясничать. Это я здесь всех веселю. Да нет других, ты можешь? Ты просто дохляк. Нам что с ней нужно делать-то? Жестко, друг. Ты что, еще рукопашный?
Ионная паутина быстро все исправит. Фокуса больше не будет. Я буду просто стоять столбом? Да, вы помните или нет? Будет больно. Очень. Подобрать? Вижу паука. Этому место на дне реки. Быстрей. Ого, как нам далеко надо-то идти. Почти добрались. Успел. Успели. Ого, эпичненько. В восточном Мидтауне обнаружено подозрительное устройство. Начинайте эвакуацию. Теперь ладно, погнали сюда. Пришлось за тобой побегать, но теперь я тебя не упущу. Так, 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 где? А, вон аж где, ничего себе. Что-то так высоко. Не-не, вы меня не видите. Как же задолбали эти машины. Да и пики-пики. Не стоит терять времени. Кто это зеленый гоблин? Что это за фигня? Эй, я как раз пытаюсь обезвредить ваши бомбы. Давно мечтал о такой штуке. Да ну залезь ты. Все, погнали. И нам так далеко сейчас бежать? Нужно добраться до реки как можно быстрее. Поторапливайся, паучок. Блин, да быстрей! Ёшки-матрёшки. Быстрей, быстрей. Нужно успеть. Ладно, динамит. Теперь можешь взрываться. А там еще дальше это вообще же будет полный пипец. Вызываю саперов для обследования взрывного устройства. Идет эвакуация. Да, это вообще какой-то капец. Ладно, рывками быстрее вымещаемся. Да отвалите от меня, эти пушки. Блин, нам... О, еще на вас время тратить. Как же они заманали меня, а? О, новый уровень дали, отлично. Ой-ой, сейчас с этими чуваками драться. По-моему, так намного красивее. Никак не могу отличить нормальный спецназ от предателей. Но они все охотятся на меня, так что неважно. Воу! Вы что делаете-то? Пацаны, пацанва, не-не-не-не-не. Ничего не выйдет. Не могу подобрать. Ой, это пока не я их не убью все. Нет, нельзя подобрать. Быстрей. Никто не смеет взрывать бомбы в моем городе.
Все, идем. Да, задал жару. Эй, негодяй в отключке. Куда вы побежали? Жару, как... Бегом. Пора поплавать. А, ну ладно, тут поближе. Ты думал, нам уж туда, что ли, бежать? Пронесло. Прям на прививку можно ставить. В моем городе никто не устанавливает бомбы. Никто! Обезвредите бомбы, это выполнено. Выставьте оцепление и проведите эвакуацию. В здание проникли опасные вооруженные преступники. Что, опять? Нужно спешить. Берите доскоп. Что берёмся? Эй, куда? Да где это что-то опять? Да, блин. Я не знаю, откуда они берут. Я вроде стараюсь не лазить там, где они летают, но так не получается. Конечно, жесть какая-то начала происходить. Раньше-то не сладко было, сейчас так тем более. Все не повсюду. Представляю, если еще и Гарри станет каким-то монстром. Не хотелось бы, конечно, этого. Майя! Па, что там? Да, это аудиожурнал. Вообще уже неинтересно слышать. Как-то некогда время тратить. Да куда я там в текстуру-то зашла? Ты чё, паучок? Ой, это скорбь весь горит. Есть! Фу, будто во скорбь взорвали бомбу. Или даже несколько. Нужно выяснить, кто это устроил. О, нет! Слушайте, я в курсе, что ребята из спецгруппы считают меня новым Аль Капоне. Но сейчас есть опасность пострашнее. Гоблин вытащил нас из Рейвенкрофта и дал нам эту броню. Он наш босс, и ему нужен ты, живой или мертвый. Лично я за второй вариант. Еще один? Парни, я, конечно, понимаю, что психи с логикой не дружат, но я вашего гоблина в жизни не встречал. Тебя знает босс, и он платит нам, чтобы мы доставили тебя. Что происходит? В смысле меня убили? Как так-то? Как так-то меня убили? Я ж вроде уворачивалась. Что-то мне там с двух ударов замочили. Я не согласна на это. О, будто во скорб взорвал. Еще один? Парни, я, конечно, понимаю, что психи с логикой не дружат, но я вашего гоблина в жизни не встречал. Тебя знает босс. И он платит нам, чтобы мы доставили тебя к нему. Тихо. По частям, если придется. Каждый из нас герой своей собственной истории. Ну, ты же знаешь правду. Слушай сюда, приспешник номер 4, отвечай. Твои приятели намекнули, что Гарри Осборн и есть гоблин. Но он бы не поступил так со своей компанией. Ты не так хорошо знаешь босса, как тебе кажется. Но подумай о другом. Блин, да что ж ты слезешь? Если он сделал это со скорб, то как поступит с тобой? Если нервничаешь, попробуй представить меня голову. Только посмотрите, все вот-вот обрушится. Если кто-то остался внутри, нужно их срочно вытащить. Помогите! Так ползи давай. Задыхаюсь! Паук, друг, помоги! Ты настоящий герой! Сейчас, у меня еще тут, мадам, я ее от этого видела. Иди к паучку.
И где там еще кричал? Храни тебя, Господь! Я думала, что тут, умру. Что ли? Быстрее! Долго я не выдержу! Все? Спасибо, человек. Всех спасла. Я напишу в Бьюгл. Скажу, что они ошибаются на твой счет. Здравствуйте. Боже, гады? Гарри Осборн, это правда ты? Мы так похожи? Нет, Гарри Осборн мертв. Благодаря тебе все, что от него осталось, гоблин. Ну ты никак не мог подождать, да? Ты нашел другой способ? Поучи яд Ричарда Паркера. И смотри, я новый человек. Я говорил, что так и будет. Я умираю, кретин. Что еще мне было делать? Ты мог дать мне время на исследование. Нет. Теперь я возьму все, что захочу. Неважно, кого придется убить. Капец, конечно. Жалко, жалко, Гарри. Ну, что поделать. Доберитесь до зеленого гоблина. Давайте, ребятки, в следующей серии уже доберемся. Я так понимаю, судя по миссиям, нам немножко осталось. И разберемся с зеленым гоблином. И всех спасем, и опять будем хорошим... добродушен, как там, не помню, какой он там сосед-то, Человек-паук, я уж не помню, давно не смотрела фильм. В общем, на этом все, не забывайте подписываться, ставить лайки, оставлять комментарии, нажимать колокольчик, вступать в нашу группу, все ссылочки в описании. Увидимся в следующей серии, всем пока!